Ну что, мои телепузики, мои сахарные заводы, мои Калуга-бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики, давайте пожрем сегодня на камеру. Меня только смотрят жирные, толстые и семимесячные. Кто на диете, худые, меня не смотрят. Я даже не переодевалась еще, но и дела не делаю. То там протираю, то там. Живу одна, а все равно же хочется. Да. Так, щи разогрела. Вот два половничка и один чеснок. Соль. Пока грелся щи, холодец достала вторую. Вчера одну съела, вот и это сейчас. Чесночок. Холодец, холодец. И хлеб бабушкин. Ну, пока разогревался, я немного ела. Яйца, свекла сварила, сейчас поставила морковку. Картошку уже завтра сварю для оливье. Угу. Не буду много наготавливать. Холодец вкусный у меня. Сделаю, то лягу, полежу. Какое-то состояние. Ничего не болит, голова, ничего. Интернет у нас не работает домашний. Я звонила, там что-то где-то линия провалась. Хотела, у меня еще видео еще есть. Я ж на новый снимаю. И это. На новом телефоне карты нету. Ну, сим-карты, чтобы это скачать. А мне только с этого домашнего. Какой-то порыв. Сейчас лазила и это. Ну, обратно. И это. Еще не сделали интернет. Я обратно сейчас позвонила. Не знаю, что там. Я вчера щи не ела. Прям вкусные щи получились. Я так устала, не знаю, что я устала. От чего-то я устала, не знаю от чего. Не знаю, от чего я устала. Посуду не буду мыть сегодня, не могу уже. Угу. Ну, конечно, холодец у меня в этом году бомба. Угу. Ну, конечно, жижечки нету, мало жижечки. Жирочки мало. Я холодец люблю. Жирочки люблю. Они мало. Как тушенка получилась. Ну, одно мясо. Ну ладно, что теперь? Угу.
Одно мясо. Ну и ладно. Две косточки попались маленькие. А что? Ой. Девки, с крыши упала. Ой. Боже упаси. Вот тебе и Новый год. Вот тебе и Новый год теперь. По башке. Боже упаси. Прям по голове. Скорые ждут. Ну, поела. Есть не буду больше. Вот и Новый год вам. Поэтому говорю, ребят, ходите аккуратнее, ходите. Боже упаси. Бабки, сидите, деды дома. Теперь скорую ждет. Я даже не переодевалась. Да что мне? Я люблю, когда мне свободно, не жарко. Ну вот. Дела ту-ту-ту-ту. Подоконник протерла, легла, полежала часок. А яйца сварила, то свеклу вон. Потом отдельно сниму. Сейчас морковку. То это сделала, то посуду не буду сегодня мыть, не хочу. То и это, то и это. Сделаю, полежу. Встану обратно. Вот, вот тебе и Новый год. Ты здесь не ходи, снег башка попадет. О, видите, глыбы какие показывают. Так, лучше дома сидеть. Пожрать сейчас у всех есть. Боже, МЧСнику. Боже упаси. Свят, свят. Компот я завтра вечером поставлю, сварю. Правда, ребят? Картошку я потолчу 31-го, сделаю, потолчу перед столом. Ничего не... Только сделай себе то, что нужно. Правда? Цветы переставила, протерла все. Протерла окна, ты текут, и прямо на подоконник. Боже мой, я не знаю, что делать. Ладно, все, давайте, жрите на камеру. Все, я поела, давайте. Вечером, зайки, спасибо за подписку, за комменты, за просмотры. Вечером приходите на Муз-ТВ от Ольги Валерьевны. Муз-ТВ от Ольги Валерьевны. Приходите ко мне на канал в 17... Ой, каких 17? 19:00, в 7 часов по московскому. Все, я вас всех жду, зайки мои миленькие, мои муси-пуси. Прекращайте ругаться, прекращайте. Оставьте все вот эти обиды, ругани в старом году. Выйдите на Новый год. А, из святой воды попейте и облейтесь.